нас деревня разбегается. И зимой не вылезешь. Летом там ладно еще, а зимой. Мы должны завести там соседи, кто умеет строить дороги. Закинуть там проверку и путь. Хороший президент, ну, нам бы познакомился. Вот он белокурый куда-то приезжает, пригласили бы его в Потеряев. Ну, сейчас письмо мое. На отдых, да? Да, на отдых. Ну, а что, душой и телом. Лагерь стан его. Я ему книги подарил, послал. Да. У него видели в библиотеке мои книги стоят, по телевизору показывают. Да. Так что мы уже считаем. Уже друзья. Кроме того, я ему послал диск, моим голосом насчитан архипелаг ГУЛАГ и Библия. Если он, конечно, слушал. Так что мы не на пустом месте достроили это. Ну, понятно. Так, дружба, мои, да? Пошли вперед. Так, ну и что? Сейчас мы придем. На занятия-то приходить можно, да? Конечно. Даже нужно. Нужно. А? На занятия спрашивают, приходить. Ну занятия сейчас в школе будет. Заходите обязательно. Потому что слово Божие называется слаще меда и капель соты. 3000 лет назад говорят. Этот мед полезный для здоровья, а это для души. Вот когда у меня нету меда совсем, я все думаю, ну, наверное, Геннадий Шерстобитов ложками сейчас хлебает. Он у меня уже тошнит. Вот так. А я каждый вечер маленечко ложечку, и мне нельзя по-другому. Это очень сильно помогает сердцу. Мед, почему говорят, земля текущая молоком и медом. Молоко и мед в совокупности. Раньше было это самое... Так. Как? Угощение царей. Да, они все построили. Все, Исаки, держись. Ну, потом будешь на дикетер включиться. А это потом будет. Колоды заполняли это все. Бабы идут, где-то там работают. Мать, заходите. Медом накормлю, они заходят, ну попутно там по два рядка пропалить огород-то. Через огород. Через огород пройдем. Они идут с тяпками-то. Ну и на всех хватало. И медовухи, вся деревня тут. Ну а раньше, помните, мамы же наши вместе работали. Они вместе с ней работали. Вот с его мамой, моя мама работала на пасеке. Вот там пасека стояла, вот в околке. Ну и вот это самое. Галя, давай его держать. Так, у него время еще есть. А? Без 15. И вот едут доярки, когда мед качают. Да. Доярки едут, заходят, угощаются все. Бабушки с внуками идут с свежим хлебом, с огурцами. Вот. У меня знакомый. Механизаторы тоже едут на это самое. Пчеловод был. Он держал своих пчел. Турова знал вот здесь. Это его, видимо, дед Петр Одноглазый. И захватил? Вот. Так он ребятишек, говорит, накормил, когда они, ребятишки-то едят, меры не знают. Я, говорит, положил на солнце вот так, лежат, говорит, а я, говорит, щепкой мед, говорит, с пуза через кожу выступил. Выступал, что ли? Да, ну это ж неправда. Через кожу, говорит, выступил мед. Ну, я понимаю. Видишь, какое это самое? Подожди, давай, держу. У вас на 100% без обмана, Геннадий. Не сирот медовый. Я должен спросить тебя, чтобы ты сам подтвердил. Я, например, заступался и говорил, муж, если берем, так мы знаем где. А как, ты его спроси. Как я могу обманывать, если каждый день тут бываю и привожу мед? Вот что? И зачем мне это делать, если у меня натурально, а я не знаю, куда девать? Ну оттуда поедем, ко мне заедешь. Я тебе покажу, может, банк распечатаю это. Если признаешь за мед, то я тебя куплю тогда. У меня или у меня? Ну давайте тогда после занятия. Да ничего я. Вот, а то смотрите, у меня там пол. Она как накладывает, подойди, Володя, поближе. Посмотри, она очень интересная занятия. Потом нальем, после занятия. Потом, а то там все еще. Покажи. Поближе подойди. Ему поварешку дай облизать за то, что он снимает. Нет. Да я ему немножко развернись. Вот так. Мы вот стакан нальем. Смотри какой, алтайский мед. По флягу туда загляни. Ну-ка. А я увижу. Как она? Так, это реклама. Реклама. Целительный алтайский мед. Он высококачественный по сравнению с другими щитами. Интересно, я был в Грузии, и мне сказали, что алтайский мед там очень славится. Где? Алтайский мед, Грузия. Грузия. Даже в Грузии. У них где-то там как-то собирают, а про алтайский мед мы, говорит, слышали, очень такой хороший мед. Ну так вот, а вот сбыть не знаю куда. Вот и вопрос. Вот так. Вот я, когда было государство, они принимали за год конторы,
Понятно. Вот, а сейчас вот... Ну ты же не будешь делать, как я делаю. Вот у меня мед, книги. И я еду и бесплатно раздаю. Нынче я раздал на 4 миллиона. В прошлом году на 3 миллиона 150 тысяч. Ну ты же моим путем не пойдешь. Ну не все такие щедрые. Ну вот так. Да. Понимаешь как? Не знаю. Я отдаю, еду, сам страдаю, чтобы людей воскресить. А книги, они слаще меда. Настолько они сладостные. Ну вот. Ну давай, поскорее, приходи сейчас, сейчас туда, ты... позанимаемся. Вопросы, ну, может быть. Пошли, Володенька. Вот, покажи алтайские. Вот наш домик. Все вокруг обведи. Где у нас бутылка?